Ну, сейчас займемся этим. Схема снята. Посмотрим, диаметр я померил тоже у него. 0,53 у этого провода. Посмотрим сейчас, сколько в пазу витков. Срезали с торцов. Потянули. Ну, паз тоже не полный. Даже 0,53. Но 0,60-то не влезет. Был бы 0,57-58, но нету у меня. Чем-нибудь тупым выбиваем. Ну вот еще один сюрприз. 154 виточка, значит по 9, а не по 8. Так, получается 54 виточка, это по 9. Вот сюда 9, сюда 9 и сюда 9. Проводом 0,53 это будет 1,5 киловатта. А если проводом неизвестно каким, но если по 8, 48 было в первом варианте, то будет 2 киловатта. Но провод, естественно, нужно брать потолще. Я взял 0,56. 0,6 не влезет. Тут-то я тоже буду мотать. 0,56 витков только добавлю. В смысле витков родные я сделаю по 9, а провод возьму 0,56. В этих случаях я пропиливаю маленько наискосок. Что-то не хочет резко становиться. Проверили километром изоляцию между ламелями. Где-то было сопротивление, подчистили, там бывает. Налетит грязь. Начинаем мотать. Вот это вот начало, оно относительно короткое. Это вот 9 витков сделали. Теперь отвод. И еще сделаем 9. И будет длинный конец. Самую последнюю треть секции мы намотаем. Перевернули на 180. И теперь тут мотаем. Отсюда начинаем. Мотаем 9 плюс 9. Шагом 1,6. Нужно принять деревяшечками. И тут потоптаться текстолитом. В пазу. В сторону стараться сместить. Короткую. Вот эту вот. Короткий отвод и длинный отвод. И длинный конец. 9 плюс 9 плюс 9. Теперь вот намотали вот в этом пазу, вот в этом пазу. У нас 54 проводника. То бишь он сюда уже все. Ничего больше мотаться не будет. Закроется он или нет. Судя по всему. В самом конце мотаем по 10 виточек, по 9 виточков. По 9 виточков. Это те секции, которые были самые первые намотаны. Две трети секции. С одной и с другой стороны. С одним отводом. Вот это вот еще доматывается сверху по 9 виточков. Можно вот эти выступающие части витков притопить туда. Потом обрезать при шпане, нужно обрезать, ставить несколько миллиметров, чтобы загнуть потом. Вот так загнуть. Нужно аккуратненько молоточка все закрытые эти пазы, они еще не закрыты деревяшечками, но чтобы легче эти деревяшки входили, нужно подтрамбовать. Вот так лучим, тут фасочки сначала снимаем, потом вот так вот забиваем. Закрыл все. Сейчас будем схема вот. Вот распутали первого, посчитай, попавшуюся скрутку. Это вот начало. Это вот здесь на седьмую идет. Из паза сразу. Короткий отвод на восьмую тут идет. Вот от этого. Паза, если считать ламели, раз, два, три, там 7, 8, 9, 10.
Это длинное. Потом, когда это распутается, отсюда вылезет такая же короткая. Скрутится с этой и пойдет на десятую от этого паза. Или на седьмую от этого паза. И по кругу. Вот так укладываем. Уложил. Обвязали, начинаем откусывать аккуратно. Проверяем. Красная не должна быть. И он метром на наличие. Все нормально. По приборам. Теперь надо греть. Разводим смолу. Пропитываем. Через несколько минут ту часть, которая ближе к коллектору, пока не остыла. Сейчас нагреть. После пропитки поставил подшипник. Сейчас проточу коллектор. Не буду балансировать. Здесь поставил. В центре. Нормально стоит. Тут в подшипнике. Не забываем очки для работы. Проточил. Резец, конечно, уже надо заправить. Проточили, почистили между ламелями. Полирнули чуть-чуть. Зеленая, стружки нет. О, красная. Вот тут стружка есть. Тут опять нет. Надо искать. Со стружкой между ламелями включать категорически нельзя. Гореть не успеете, выключить, как сгорит. Сейчас прочистил все, везде зеленое. Амметром нужно потыкать на наличие цепи. Эта хрень ловит только коротышки. Подшипник лучше снять, чтобы легче встал на... Это балансировочный мой станок. Подвижные каретки с обоих сторон. Катушки правые. Около 1000 витков, может больше, сейчас не помню уже. У них магниты. С левой стороны такая же хрень. Тут переключатель. Это выход на осциллограф. Простенький китайский осциллограф. Мотор крутит, упрямитель дает, можно регулировать. Но это чтоб не слетало. Должно так держаться. Включаем. Крутится. Где разбаланс, там болтается. Магнит, катушки, ЭДС. Но это учите. Нам в школе это учили. Нас учили. А вас я не знаю, где учат. Вот сейчас это возле коллектора. Вот оно. Синусоида. Поменял на эту. В принципе, 10, скажем, мало, да, можно прибавить оборотиков, напряжение поддать. По слуху некоторые услышали, по амплитуде выросло. Так, сейчас 50 Гц, это молотит 3000 оборотов сейчас. Правая, левая. Двенадцать милливольт, 10-12. Принцип балансировки заключается в следующем. Тут и искать, в принципе, особенно не нужно. Вот тут выброд. Справим сюда неодиевый магнит. Китайский. Это китайское. Что еще? Магнит китайский. А это все еще советское. И то это из запасов. Сейчас этого ничего уже советского нет. И русского. Включаем. Ну, практически прямая идеальная. 2-3-1 милливольт. Все на той и на дальней стороне. Тут вот прицепил такой магнит вот сюда, то бишь надо с этой стороны выбирать.
Тут тоже одно место, где на заводе драли. Сюда и прилепим. Включили, поехали. Нет, чуть ли не больше стало. Но можно пройтись через один выступ, чтобы каждый не обходить, поискать, где будет уменьшаться. Без изменений. Принцип найти место этому магниту, чтобы была не синусоида, а прямая линия. Без изменений, даже больше. Не в ту сторону пошли. Но если пошли, так пошли в одну сторону. По-моему, меньше тут. Один, два милливольта. Что с левой? Левой стало больше. Ну, может, сюда. Левая сейчас. Может, туда дальше. Нет, это хуже. Это хуже. Вот давай два магнита прилепим. Оборотов много. Отлетели оба магнита. Причем куда-то отлетели, хер найдешь. Щелкнуло только где-то. Прилипло. Это сейчас тоже отлетит. Но меньше. Пятьдесят восемь, 59, это же много. Оборотов, ну пусть будет 40. Тут уже нету ничего, все. Это с этой стороны. Да много, конечно, тут два магнита.
лево, право. Ну, короче, тут надо с противоположной стороны выбирать. И тут с противоположной стороны выбирать. А потом все равно смотреть. Просто это вот сейчас подсказывает, с какой стороны драть. Забыл крыльчатку поставить. Она хоть и симметричная, но лучше, если она не битая. Не беззубая. Правая. Левая. Небольшая разница. 3-2 милливольта это мелочь. 5-6 милливольт ставишь, он берет сейчас новые боссовки, поставить сюда будет баланс хуже. Выбираю. Нужно две руки. Вот выбрали. И вот выбрали. Три-четыре милливольта. Справа, слева почти прямая. Здесь нормально, здесь можно было бы еще. Но я же говорю, 3-4-5 милливольт, это все хорошо. Все, годится. Ну, можно тут опять разворачивать. Лень. Включаем. Так, потерпите. Шибко эстеты, которые. Тут контакта не было. Вот. Тут ток 2 ампера. Работает на 5 баллов. Тут может ёбом токнуть. Be careful. Вот, 2 ампера холостой ход для 1,6 киловатт. А тот, который был со старой, где она? А, наверху там. Та, которая 2 киловатта, да? Холостой ход 3 ампера. Тут 2. Надо записать самому. Ну все, можно отправлять.